Привет, дорогие друзья! Я буду теперь показываться, будете меня видеть. Такой милый дом. Новый район. Немножко уже освоились. Иду сейчас навстречу, меня ждут возле супермаркета. Сегодня у нас спорт. Вроде бы есть тропинка. Сюда и пойду. Так. Так, сегодня ветра нет, слава богу. Когда тут буря, это, конечно, капец. Тепло. Тепло, кайф. Что, будем адаптироваться к новому месту и отдыхать после стресса. Так, мне нужно туда, вниз. Уже опаздываю. Так. Вот Томми. Ну что, я спустилась, а вот пенсионеры развлекаются, боча, по-моему, называется. Вот видите, палочки, мячи, надо сбить другой шар. Красота, солнце, погода, класс. Настроение отличное. Заканчивается город Шипеник. Вот, смотрите, с этой стороны, как он смотрится красиво. Тут уже на новостройке. Поделюсь с вами новостью. Мы переехали. Переехали, живем теперь высоко в горах. Вот. И вот смотрите, вид отсюда на холмы. Мы вот там, где холмы, так далеко. Из города уже. Дальше начинается трасса на Загреб и на Сплит. Это уже Далмары. H&M магазин. Вот, зеленый цвет в моде. 19,99. Вот такая тут модница. Худи. Сколько такой худи? 29,99. 30 евро. Вот такой вот модный мальчик. Оранжевый цвет тоже в моде. Так, худи 24,99. А такая вот рубашка 34,99. Такая красивая. Так, белая футболка с длинным рукавом 9,99. Эмочка. 10 евро. 24,99. Вот очень красивая. 29,99. Смотрите, какая прелесть. Это орхидея. Веточка зеленая. Веточка. Розовая. Это коричневая, невероятная красота. А вот розовая.
Ура, какая красивая. Боже, какая красота. Прицепь. Видно? Вот. Так, сколько же она стоит? Веточка 3,77. Да? Да, 3,77 стоит такая веточка. Тюльпаны. 3,77 букет. Пришли на кофе-тайм, кофеечка попить.